Приветствую всех друзей канала Фарнаксфильм. Мы сегодня находимся в гостях на производстве Термокрафт, завод, на котором мы уже бывали с вами не раз. И сегодня у нас прекрасный повод пообщаться вновь. Это новый пеллетный котел, новая серия пеллетных котлов. Ну и, как обычно, экскурсоводом по новой модели будет у меня Василий Петрович, да. Который мне очень сильно помогает в этом вопросе. Да, Евгений, взаимно. Очень приятно вас видеть у себя. У нас шикарная возможность сегодня посмотреть в действии новый образец пеллетного котла. В двух словах расскажите, что за линейка и зачем вы ее создали в наших сибирских условиях? Это котлы ТЭКа. ТЭКа-версия Slim, то есть моноблоки. Изготавливаются в мощностях 15-25 кВт. Котельные во многих домах имеют небольшие размеры, поэтому именно версия Slim. То есть бункер находится над котлом и занимает котел довольно-таки немного места. Да, прошу обратить внимание, что котел у нас здесь высокий, но высокий он потому, что его поставили на подиум для того, чтобы нам было удобнее посмотреть на каждый элемент этого котла, со всех сторон подойти, его посмотреть. Обязательно мы вам покажем его, в том числе и в работе. За этим декоративным кожухом скрывается и само тело котла, сама топка и бункер. Да, и бункер. Это вот модель у нас сейчас на 25 кВт. 25 кВт. И бункер там объемом 150 литров. Сразу сходу первый вопрос. Насколько хватит этих 150 литров? Ну, как показала практика, котлы уже стоят у клиентов, уже год находится в эксплуатации. Где-то трое-четверо суток котлу достаточно для работы. Конкретно этот котел примерно 200-220 квадратов дом может отопить. Да. Получается, в пеллетах 150 литров – это около 100 килограммов, да? Ну, где-то 30 килограмм пеллет в сутки. Не в номинальном режиме, а в режиме максимальном работы, когда сильные холода, да, грубо говоря. Да, котлы стоят в Новосибирске, где-то 30 килограмм пеллет в сутки. Но на котел можно установить дополнительную секцию, увеличивающую бункер на 100 литров. Что, соответственно, как бы увеличит время работы котла до недели. Ну, то есть, если позволяет высота, высота котельного помещения, можно будет установить еще сверху такой второй этаж, надстройку, которая позволяет чуть больше пеллет загружать. Да, вот как раз, которая нарисована вот здесь на плакате. Ага. То есть, это обычный металлический короб, который надставляется? Да, короб с монтированными уже закладными гайками под крышку загрузочную. Он просто вставляется в пазы вверх. На такую где-то высоту, и, соответственно, увеличивает бункер. Что хотелось бы сказать про котел. Котел изготовлен из 4-миллиметровой стали, что помогает выдерживать давление рабочее в системе 3 атмосферы. Оснащен по последней моде контроллером. Это Plum EcoMax 860. Контроллер имеет очень хороший функционал. Управляет тремя насосами. Это ГВС, это центральное отопление. Это смесительный насос. Управляет параллельно еще тремя смесительными клапанами, то есть приводами их. Помимо того, что он управляет горелкой, двумя шнеками и вентилятором в горелке, он еще может управлять дополнительно дымососом. Котел может работать как в стандартном режиме по логике, так и подгонять мощность горелки под нужды системы. Это у нас, по сути, полностью автоматический котел, который может управлять не только собственной работой с собственными элементами, но и различным навесным оборудованием. Это насосы, полностью насосы, которые входят в систему отопления, плюс еще какие-то, допустим, там, альтернативные датчики. Тот же датчик ЦО, который можно на него повесить. Да, да. То есть контроллеру еще цепляется несколько модулей, причем работают все они по Wi-Fi. На сайте Plum можно скачать приложение для смартфона и полностью отслеживать работу котла и управлять котлом из любой страны, из любой точки мира. Я правильно понимаю, что современные модули управления котлами, они не рассчитаны на GSM-связь? То есть не нужно никакую симку вставлять и там в подвальном помещении, грубо говоря, какие-то там искать технические решения для того, чтобы сеть искать. Достаточно того, что, допустим, в доме будет своя сеть Wi-Fi, и этот котел через эту внутреннюю домовую сеть Wi-Fi может там связываться со внешним миром, с тем же самым приложением на смартфоне. Да, конечно, GSM сим-карты это уже там прошлого века. Ну, то есть да, это уже как бы более современное решение. И еще вопрос. Этот котел, он сам работает на пеллетах. Понятно, что это основной вид топлива. И, по сути, единственный для него, да? Да. Пеллеты могут быть какие?
Пеллеты могут быть любые, ну, если мы говорим о древесных пеллетах. Ну, естественно. То есть качество пеллет имеет значение, конечно, да, но работает и, в принципе, на среднего качества пеллете, даже на низкого качества пеллете. Я не знаю, тут видно пеллеты? Это мы покажем, да, пеллеты серые. То есть это обычная серая пеллета, которая делается из всяческих отходов. Но эти пеллеты, они более похожи на наполнитель для, да, для кошачьих туалетов. То есть проблем с топливом не будет, можно сходить в другой магазин. Что хотелось бы еще отметить про контроллер? Он может работать еще в ручном режиме. Для этого котла это не актуально. В дальнейшем будет выпуск котлов уже с возможностью ручной топки. Как альтернативное топливо будет использоваться дрова. Дрова прогорают, он автоматически, вы досыпаете бункер пеллету, он автоматически переходит в режим пеллета. Допустим, 3-4 часа на дровах он отработал, к примеру, да, да, если да. Это позволит длительность работы, да, котла. Затем он автоматически досыпает пеллет и начинает работать на них. То есть, так по сути, первый прогрев он дома делает на дровах, а затем уже, работая на пеллетах, поддерживает температуру теплоносительную. Да, ну, либо если кончились пеллеты, у вас есть дрова, там временно топитесь на дровах, потом загружаете пеллету, он в автомате не надо перестраивать, он прям стартует с пеллета. Пеллетный котел, автоматический пеллетный котел подразумевает, что он работает еще и от электричества. То есть блок управления у него, ну, естественно, да, работает на электричестве. Соответственно, электричество дома есть. Я понимаю правильно, что можно в этот котел еще установить ТЭН? Да, во фланец 2 дюйма можно вкрутить ТЭН. И этот пульт, он сможет управлять этим ТЭНом? Да, то есть пульт еще позволяет управлять не только ТЭНом, но и резервным котлом. Ага. То есть, допустим, можете поездить электрокотел, газовый котел, ну тот, который управляется от электричества. При опустошении бункера с пеллетами он видит, что котел погас, но он знает, что подключен резервный котел. Тогда он включает, допустим, электрический котел, либо газовый. То есть показания датчиков он, да, будет снимать? Да, показания датчиков он будет видеть. Ну, соответственно, что и котел сторонний тоже работает. Так как у него предусмотрено же подключение наружного датчика, то есть устроено погодозависимое регулирование. То есть мы можем докупить отдельно датчик, выставить его на улицу, используя вот эту вот погодозависимую информацию, полностью перевести работу котла в автоматический режим. Да, то есть котел будет сам подстраиваться в зависимости от погоды, уменьшать и увеличивать мощность самой горелки. Соответственно, держать нужную температуру по воздуху там, или по воде панель сама регулирует. Угу. Какую мощность ей, в принципе, задать. От 3 кВт до 25. В режиме интенсивного горения, вот, когда он работает 25 кВт, это будет просто, наверное, на старте максимум. Да, это грубо говоря, розжиг. Угу. То есть розжиг и выход на рабочую температуру. Дальше котел начинает сбавлять обороты, уходит там на 10 кВт, на 12 кВт, ну, в зависимости от теплопотерь помещения, ну, и, соответственно, температуры на улице. Обычно на розжиг пеллетного котла дается определенное время. Насколько я помню, это время в районе 10 минут, до 10 минут. Да, у нас котел стартует чуть пораньше, то есть за 2 минуты он выходит уже на розжиг и переходит в режим работы. Какой элемент используется для розжига? Для розжига мы используем керамические тены японского производства. Очень хорошие, зарекомендовавшие себя, практически неубиваемые. Все европейские производители используют именно вот эту позицию. Ну, в принципе, котел-то, несмотря на то, что он сделан в Сибири, он очень по-европейски выглядит. Такой элегантный. В сибирский котел идеально встроился европейский пульт управления. Да, ну мы старались. У вас очень хорошо получилось. Да, спасибо. Давайте пройдем поэлементно, посмотрим, что за что отвечает. Здесь в верхней части, понятно, бункер. Это бункер, да. Средняя, точнее, верхняя дверка для чего нужна? Это дверца протяжки теплообменника. Да, то есть котел в процессе своей работы все равно зарастает какой-то сажей, да, которую нужно счищать. Но лучше чистить котел регулярно, как бы, ну, хотя бы раз в месяц, там, раз в два месяца. За этой дверцей находится жаротрубный теплообменник. Да, с вставленными турбулизаторами из нержавеющей стали, чтобы, ну, максимально увеличить КПД котла. По максимуму задержать дымовые газы и увеличить теплоотдачу. Косвенно об эффективности работы котла можно судить еще по температуре выходящих газов. У этого котла они в каком пределе находятся? Ну, в рабочем режиме, то есть когда котел уже находится в режиме работы и стабилизировал систему, в районе 100-100 с копейками градусов. То есть это очень хороший показатель. Как бы для твердотопливного котла. Она находится в оптимальном диапазоне, потому что в этом случае будет все-таки меньшая вероятность того, что в дымоходе будет образовываться конденсат, и на этот конденсат будут налипать, опять же, продукты выхлопа. Хотя, в принципе, здесь практически ничего не выходит в атмосферу, только за исключением легкой пыли, наверное. Да, пыли после продувки. Ну, там даже, в принципе, и дыма-то не видно, когда котел пеллетный горит.
Нижняя дверца – это сама дверца, на которой крепится пеллетная горелка вашего производства. Да. Из внешних элементов на что следует обратить внимание? Вот эта вот блестящая коробочка – это что такое? Это короб подачи. Он оснащен противопожарной заслонкой с противовесом, чтобы не давать обратную тягу в бункер. Пеллета падает на язычок, вот который находится внутри. Под собственным весом она… Под собственным весом она проваливается и попадает… в шнек горелки, который уже подает на колосник в процессе горения. А этот шланг, он все-таки является элементом пассивной безопасности также, да? Если, допустим, что-то здесь случилось, здесь пламя пошло наверх, заслонка зафиксировалась в открытом положении. Он расплавится и слипнется, да. Да, он расплавится, пеллеты перестанут поступать, и, собственно, процесс горения, он прекратится. Да, дополнительно стоит еще датчик температуры шнека. Если он превышает температуру 60 градусов, котел автоматически гаснет. Выключается вентилятор. И включается режим чистки, то есть он сбрасывает пеллет в колосник. Это уже активная получается, да, защита. Да, это уже защита от производителя контроллера Plume. Это уже активная защита. Умно. Ну, давайте тогда вернемся наверх и подробнее рассмотрим пульт управления. Он очень умный. В базовой конфигурации настройки позволяют запустить котел без каких-то танцев с бубном. Насколько мне удалось выяснить при подготовке к этому ролику, меня это очень впечатлило. И давайте сейчас посмотрим на все его остальные характеристики и возможности. Давайте. Какие основные функции у этого пульта управления? Что вот в базовых настройках он позволяет сделать? Контроллер позволяет полностью управлять котлом, горелкой, соответственно, и смонтированной системой отопления в вашем доме. Простое меню, элементарные настройки, то есть в принципе доступные даже если не открывать паспорт. Есть вот такая внизу кнопочка «Вход в меню», где путем перелистывания, то есть можно перейти на какой-то там выбор из настроек. Вот, допустим, настройки котла. Настройки котла вот состоят из определенных подменю. Это вот выставить температуру рабочую. Температура в заводских настройках предусмотрена 65 градусов. Далее, одно из важных меню – это регулировка мощности котла, где можно скорректировать наши заводские настройки, что нежелательно в принципе. Сейчас котел настроен на мощность 25 кВт, то есть это показатели дымососа наддува, указания гистерезисов, то есть средняя мощность котла. Варианты в процентах наддува и дымососа при средней мощности, соответственно, минимальная мощность котла 3 кВт, о котором мы уже говорили. Угу. То есть он сваливается до 3 кВт, если уже система прогрета. Ну, режим шнек при первом старте котла производится первоначальное вот в меню заполнение шнека. Далее надо включить режим производительный шнека. То есть 6 минут шнек выкидывает пеллеты в какую-то емкость. Через 6 минут тест заканчивается производительности. Вы взвешиваете эту емкость. Если у вас пеллеты как-то отличаются, ну, по качеству, там, по количеству, ну, неизвестным каким-то параметрам, соответственно, забиваете именно вот сюда, в массу топлива, в тесте подачи, то, что у вас получилось. То есть может получиться 2 килограмма, может быть, 1,5 килограмма. То есть легче, тяжелее пеллеты. После вот этого теста производительности он выведет, что в бункере 100%. И уже от этих как бы показателей будет отчитывать остаток. Это описано в паспорте, то есть первоначальные настройки котла. Этот параметр может варьироваться, да? Да, варьироваться в зависимости от плотности пеллета самой, в принципе. То есть даже при нарушении, допустим, условий хранения пеллета, они могут набрать влаги. Да, и либо повысится влажность, либо там пеллета будет из узги подсолнечника, ну, неизвестно, чем будет топиться котел. Можно, конечно, запустить котел и на наших показателях, если он будет корректно работать, то есть, в принципе, ничего делать не надо. Следующий источник тепла, о чем я говорил в будущей линейке котлов, можно выбрать либо пеллетную горелку, которая сейчас включена в режим, либо колосник дерева. То есть, если мы убираем колосник дерева, нажимаем ОК, то он уже понимает, что пеллет нет. Работает только вентилятор горелки, подает воздух на раздув дров. Режим регулирования, то есть, есть стандартный режим, где вы уже сами задаете гистерезисы, там минимальные температуры. То есть подгоняете котел под какой-то там определенный режим. А есть режим Fuji Logic, который сам додумывает всю логику работы котла, то есть сваливает мощность, добавляет оборотов, делает за вас всю работу. Уровень топлива.
Здесь устанавливается параметр, при котором он сигнализирует о том, что топливо заканчивается. Да, и вообще калибровка уровня топлива. То есть, когда вы засыпите бункер на 100%, вы нажмете вот эту кнопочку, что уровень 100%. Котел понимает, что бункер полный, и уже начинает от этого как бы показания отсчитывать убывание пеллеты. И на 10% уже начинает сигнализировать, что топливо заканчивается. Пора дополнить бункер. Так, далее режим чистки. То сейчас стоит очистка горелки на 24 часа. Каждые 24 часа будет происходит режим чистки. Чтобы этот корж, колосник подвижный, который находится в горелке, скидывал. То есть надо чаще делать режим чистки, чтобы котел не тух. Также он дает возможность еще, судя по всему, переводить котел в режим экономии. Да? Да. Потребность в тепле гораздо меньше, и возможно, допустим, на ночной период котел перевести такой режим. Ну да, экономии. То есть не открывается ни окна, ни двери, то есть типа потери минимизируются, и соответственно, чтобы котел меньше расходовал пеллеты, включается ночной режим, где он там работает прям на минималке. Далее режим зима-лето. Режим зима – это основное направление, то есть по датчику температуры котла. Угу. Режим лето – это уже датчик ГВС. Котел более ориентирован становится на горячую воду. Есть график работы по календарю, то есть, соответственно, какой-то день он должен там скинуть мощность, какой-то там день он должен работать нормально. То есть, допустим, выехали на выходные куда-то, да, и он там суббота-воскресенье отбивает там, ну, плюсовую температуру, просто чтобы не замерзла система. Так, общие настройки. Ну, тут выбор языка, установка даты времени, как обычно там в любом смартфоне. Ручное управление. Это нужно для теста системы больше. В этом варианте можно отдельно включить вентилятор, отдельно шнеки, отдельно проверить насосы, как они работают. То есть смесительные группы, вот три штуки. Проверить, работает ли как бы тен накала. Это больше как бы тестовая информация. Меню тревога выдает все приключения, которые были с котлом, выдает историю, начало тревоги, конец тревоги, там, допустим, оборвалось питание. Кстати, если происходит отключение электричества именно в этом контроллере, он стартует именно с того места, где остановился. То есть, ну, немногие такое себе могут позволить. Здесь он, допустим, остановился в режиме чистка, он в режим чистка и будет продолжать. Меню выключить контроллера, все понятно. Есть меню сервисные настройки, в которые в принципе залазить не надо, потому что тут уже идут конкретные настройки режимов работы, там обслуживание горелки, то есть движение колосника, времена, там температуры, секунды, минуты и градусы. То есть сюда лучше не лезть, чтобы не сбить, но там, конечно, есть возможность обратно вернуть все на заводские настройки, которые вот мы устанавливаем с завода. Так, ну и общая информация. Котел выключен, ничего не работает. И установлена горелка ТЭКа 25 кВт. Если человек все-таки решил изменить настройки под себя, его каким-то образом они не удовлетворили, всегда есть возможность откатиться назад, вернуться к базовым настройкам, для того, чтобы котел работал уже в гарантированном режиме, который установлен в заводе. В проверенном нами режиме, да. Пришла пора запустить пеллетную горелку. Давайте. С чего нужно начать? Так, для начала нужно открыть заслонку прямого хода, чтобы не было задымления. Это заслонка, которая находится на левой стороне? Да, на левой стороне котла, чтобы прогреть дымоход. Угу. Ну, соответственно, дать возможность горелке разгореться. И потом уже ее закрыть, чтобы как бы газы пошли по положенному пути. Открываем движением вниз. Включаем сам котел. То есть нажимаем просто на панель и подтверждаем включить контроллер. Пошло гудение. То есть сейчас котел продувает систему и начинает розжиг. То есть пошла подача пеллетов в шнек горелки. Соответственно, шнек горелки сейчас будет подавать пеллету на колосник для розжига. То есть базовая порция пеллет на розжиг 180 грамм. 28 градусов это что у нас температура? Это сейчас температура теплоносителя и заданная температура 70 градусов. Ну и бункер у нас почти полный. Да, бункер почти полный. Единичка, что здесь означает? Это первый этап розжига.
То есть сейчас время работы без вентилятора – это разогрев тена. В дальнейшем, как только тен наберет нужную температуру, включится вентилятор для розжига пеллет. Вот сейчас у нас происходит вот несколько затишье, да, такое? Да. Это происходит розжиг первой партии пеллет, которая поступила только что из бункера в... на колосник. Да, сейчас разогревается именно свеча накала, то есть керамический тен. Теперь включился вентилятор, что видно на дисплее. Угу. То есть сейчас будет происходить уже конкретно розжиг первой партии пеллет. В среднем розжиг идет в районе 2 минут. Зависит это от качества пеллет, насколько я понимаю. Да, больше всего это зависит от качества пеллета. То есть если пеллета белая и сухая, то есть в районе минуты уже пламя образовывается. Вот вторая часть дисплея, она тоже информативная. То сейчас вот можно переключиться на режим, где показывает наличие пламени, наличие, да? И процент пламени. Интенсивность. Да. То есть за это отвечает оптический датчик, который встроен в горелку. Вообще котел как бы работает либо по температуре домовых газов, если докупить датчик и встроить его за котел, либо по оптическому датчику пламени. Сейчас вот разжег пеллету. Сейчас идет режим раздува пламени в районе 1,5 минут. И при удачном раздуе, то есть при сохранении процента пламени, он уходит в режим работа. Мощность вентилятора снизилась, снижается, да? Да. Пламя появилось, все на 100%. То есть сейчас при удачном раздувании пламени, поддержании его, на дисплее высветится вверху, где вот шестеренка, режим работа, и котел будет планомерно набирать мощность 25 кВт. То есть он будет работать с мощностью 25 кВт до тех пор, пока не выйдет на заданную температуру. Как только он будет приближаться к заданной температуре, то 70 градусов, он начнет скидывать мощность. Вот, включился режим работы, то есть заработали шнеки. Процент пламени немного угасает, потому что как бы добавилась новая пеллета. Но сейчас котел будет выходить на раздув. То есть предустановленная рабочая максимальная оборота вентилятора — это 52%, потому что больше не нужно. Угу. Если поставить больше, то есть тогда контроллер будет видеть и не успеет потом скинуть обороты. То есть сильно раздует котел. Вентилятор прям так себе, хочу сказать. Вот я не знаю, да. Видно нашим зрителям нет, но там прям труха-труха такая. Да, пеллета самого низкого качества. Ну, все, котел работает. Да, можно даже приоткрыть дверцу сейчас посмотреть, как горит горелка. О, но супер. Только пользователям мы не рекомендуем этого делать. Аккуратно. Вот начинается раздув рабочей температуры. Закрываем? Да. Правильно. Переводим засунку в рабочий ход. Ну и ждем как бы выхода котла в рабочий режим. Рабочий режим. Внутри датчик и температура на розжиге около 200 градусов. При 100% пламени, да, то есть... и максимальной работе вентилятора 52%, да? 200 градусов держится на выходе. Ну вот даже чуть пониже стало. Сейчас постепенно он начнет скидывать обороты, температуру упадет. То есть как только он будет приближаться к температуре в 70 градусов, будет интенсивность горения уменьшаться. Вот скинул уже 24 кВт. Да, 24 кВт. И мощность вентилятора падает. Котел перешел в рабочий режим. Температура набрана 70 градусов, установленная и текущая. И мощность котла 13-14 кВт. Температура дымовых газов 150 градусов. При мощности котла 14 кВт.
сейчас, Евгений, будем переводить котел в режим тушения и очистки, чтобы проверить работу колосника. Для этого выходим в меню, выбираем режим выключить контроллер, нажимаем ОК. Котел переходит в режим тушения. Так, а мы можем по пламени посмотреть, да? Да, конечно. То есть, по идее, здесь сейчас он должен... Сейчас идет режим, да, дожига пеллеты, которые находятся в горелке. Сначала пеллеты дожигаются, потом идет процесс продувки на 100%. И далее уже, если образован корж, ну или какие-то остатки несгоревшего топлива, уже происходит движение колосника вперед-назад. То есть механическим образом он этот корж... Да, механическим образом он скидывает его в узольный ящик. Угу. Ну, процесс как бы не быстрый, занимает где-то в районе 15 минут, придется подождать. Подождем. Вот он доехал до конца. А почему одни просто круглые отверстия, а другие такие продолговатые? Так горит лучше. Угу. Просто пыльный котел внутри и все. Все, котел выключен. Теперь для того, чтобы получить доступ. Да, вытаскиваем вот как раз загрузочный клапан. Вводим его в сторону. О, и можем посмотреть, как выглядит шнек. И открываем дверцу по очистке теплообменников. Давайте лежу. Вот, соответственно, видим турбулизаторы. Да. То есть для того, чтобы их почистить, жаротрубный теплообменник, нужно вытащить турбулизаторы. Да. Сейчас они горячие, трогать их не будут. Лучше не надо. Турбулизаторы изготовлены из жаростойкой нержавейки. Видно, что вот он конкретно вот этот блестящий такой. Еще. Их тоже нужно будет чистить. То есть с нижней части выходит пламя. Ну, скорее даже не пламя, наверное, а жар здесь. Затем он завихряется, выходит через турбулизатор и обратно в тыльную часть котла. Так, а верхняя часть это что? Это дополнительный ход, чтобы котел на розжиге и вообще при ветреной погоде не дымил. Mm-hmm. То есть турбулизаторы создают определенное сопротивление дымовым газом. Если котел не успевает как бы прокачать через жаротрубный теплообменник, то сверху идет дополнительный поток. Угу. Ну вот, дорогие друзья, мы посмотрели, как работает новый котел от компании Thermacraft. Котел называется Teco Pellet, мощностью 25 кВт. В такой же в линейке есть котел, но на 15 кВт. Это, в принципе, обычные бытовые котлы, да, рассчитанные на применение в небольших домах и небольших котельных. Из-за своей формы, вертикальной формы, он очень компактно будет выглядеть в любой практически котельной. Пользоваться им очень удобно. Вы в этом убедились сами. Абсолютно информативный дисплей. Управление тоже очень простое. И все-таки, Василий Петрович, ваша компания специализируется на выпуске твердотопливных котлов. Почему вы решили в свою линейку включить вот котел, работающий на пеллетах? Пеллетные котлы, они более экологичны. Сейчас все равно идет тенденция, то есть направленная на экологию во многих городах. Пеллетный котел именно под эту тему подходит. Наши пеллетные котлы имеют неплохое будущее именно с таким замечательным контроллером, как ЭКОМАКС 860. Этим контроллером может управлять любой, практически любой человек, который в руках держал хоть раз мобильный телефон с сенсорным управлением. Все очень информативно, все понятно. Все эти преимущества, которые дает не только этот контроллер, а в принципе пеллетный котел, они связаны, наверное, с современным ритмом жизни человека. Да, безусловно. То есть здесь абсолютно не надо ни следить за котлом. Засыпали топливо, сделали первичные настройки. Все, нажали одну кнопку, котел запустился, котел дальше может работать. Ну вот конкретно вот этот котел на одном бункере может трое-четверо суток проработать, да, на одной закладке. Да, если увеличить бункер, то и более. Да, практически до недели. Чистить, да, его тоже не требуется довольно часто, достаточно один раз в месяц проверить, посмотреть, что с этим котлом. Зольный ящик у него очень большой,
где-то 19 литров, по-моему, 19 литров на 25-й мощности, да. Ну, судя по моему опыту общения с пилетными котлами, этого, наверное, на год может хватить, потому что вся та пыль, вся та мелкая зола, которая получается в результате горения топлива, да, топлива частично выдувается. Да, она выдувается, и причем она абсолютно экологичная. Если вы живете в своем загородном доме, то, в принципе, равномерно вместе с снегом у вас будет потом удобряться вся земля вокруг. Это котел для современного человека, для современного дома. Если отопление вашего дома построено на теплых полах, этот котел очень будет удобен тем, что он может управлять двумя контурами дополнительно. Да? То есть дополнительно два контура можно подключить, тот же самый теплый пол, плюсом еще ГВС. И летнее время он также может подогревать воду. Да, он уходит в режим лета и работает уже по датчику ГВС. То есть этот котел будет полезен для загородной жизни не только зимой, но и летом. Наверное, еще можно к нему подключить дополнительный модуль, который расширяет контура. То есть добавляется еще два контура отопления и три смесительных клапана. Это также будет все в ассортименте компании Thermocraft, да, от компании Plume, от производителя этих устройств. Все верно. Ну что ж, я думаю, что это удачный симбиоз сибирского котла с европейским пультом управления. Как вы видели, все работает как часики. Я думаю, что у этого котла большое будущее. Большое спасибо за такой подробный обзор, за рассказ об этом чуде техники. Надеюсь, что в следующий раз увидимся с вами, когда у вас появится еще более революционная новинка. Да, она скоро будет. Так что внимательно следите за новостями на нашем сайте, подписывайтесь на наши социальные сети. И если вас заинтересовало, а я уверен, что вас заинтересовал этот котел, заходите на сайт farnax.ru. В разделе «Твердотопливные котлы» можете отсортировать по производителю Thermocraft и выбрать интересующий котел, ознакомиться с ним уже на нашем сайте. Спасибо, всего доброго. Спасибо. Счастливо.